Ну что ж, хоть это и супер пошло, и все уже это сделали, но, пожалуйста, знаменитое место, дом Торетто, Суперберт, отметились, галочку поставили, можно двигаться дальше. Туда даже въезд закрыт. Ну и, конечно же, знаменитый маркет. Thank you. Thank you. Короче, это Торетто Маркет. Пойдем что-нибудь купим, раз уж так. Ну да, можно купить. Ну что ж, сегодня еще у нас вот такое мероприятие. Это место, в котором я люблю бывать. Здесь есть много интересных машин. В данном случае нас интересует Феррари 308, я вам ее покажу. А вот пока я изучаю Ягуар. Такой же, как в проекте сейчас есть. Но, конечно, состояние близком к идеальному. Ну, собственно, вот, господа, предмет визита. Как видите. Вот так вот. Так что, друзья, жалко, конечно, но тут особо не было, сейчас мало 308-х, вот. Но, тем не менее, еще одной 308-й в России станет больше. На черном салоне, конечно, жалко, но, тем не менее. Ну ведь красота. Так что, Денис, будет у тебя братик. Вот, кстати, машина, в которой я всегда испытывал такие чувства, скажем так. Вот, это Мазератти. Очень редкая. Смотрите, какой интересный кузов. Мерак СС называется. Среднемоторное, все как положено, на бежевом салоне. Это, конечно, так, такой как бы редкий аппарат. Ну, Феррари, понятно, это все видели. Вот такую машину встретишь редко. Ай. Ну что ж, Порши. Бесконечное количество Поршей в разном состоянии, особенно вот эти 914, которые в свое время, я помню, вообще нахрен никому были не нужны. Вот. А сейчас резко стали, ну не то чтобы в цене, они, конечно, недорогие, но, по крайней мере, они хотя бы денег стоят. Вот. Потому что, по большому счету, раньше они по $1000 валялись и никому были не нужны. В общем, Волга намытая, напидоренная, начищенная, вся красивая. И про колеса не надо меня спрашивать. Это не колеса от этой Волги, просто временное решение. И сейчас я двигаюсь на ней делать развал схождения. Вот такой план. Посмотрим, каково это на Волге кататься по Лос-Анджелесу. Вот такая это у нас. Чудный интерьер, черный кондей не работает, его нету пока, поэтому будет весело.